Вот и все. Как твой друг стал драконом? Он мне вовсе не друг. Этого гада ненавидели все, как ваны, так и асы. Так зачем вызволять? Брат, поверь недавно освобожденному. Никто не заслуживает такой участи. Даже алчный гном-дракон. Ответил на вопрос, голова. Как этот гном стал драконом? Точно не знаю, но, по-моему, это связано с его привычкой красть магические артефакты. Наверное, стащил что-нибудь не у той богини ванов. Сын, сюда. Круто! Нашей встречи многое изменилось. Тогда я был с ногами. Сзади!
Так, мелкий уродец. Ну, он стал драконом, а характер не изменился. Клянусь, это было похоже на башню Йотунхейма, но лишь на миг. Внизу что-то есть. Ну, еще раз. Готов? Читай. Сегодня прячу смерть в себе, а завтра жизнь даю траве. О, мне нравится. Не я ли это написал? Это что, ответ? Это земля. Прячет смерть, дает жизнь. Давай. Йорф. Если бы в Вальфхейме я знал, что я бог, не было бы так совестно убивать эльфов. Ну, интересный ход мысли. Ни о чем не жалей. Эльфы заставили нас это сделать. Я уже понял. У нас свои дела. Дела богов. А они отвлекли нас своими мелкими делишками. Нет, правда. Мы так и уйдем? Само знание о том, что мы боги, придает мне столько сил. По-моему, ты слишком хорохоришься. Сильным приходится делать важный выбор, парень. Такие, как вы, служат либо себе, либо другим. Вот как Тюр. Его правда все любили? Да, бог войны.
Он ведь сражался за мир. У него была репутация героя и добропорядочного мужа. Свою силу он направлял на то, чтобы прекращать войны, а не начинать. Так есть хорошие боги? Изредка встречаются, да. Тут говорится о местах, о которых я не слыхал. Тюр любил странствовать. Тюр считал, что от войн и хаоса спасет не сила, а разум. А еще он понимал, что знание других культур позволит ему шире смотреть на мир, чего не достичь, сидя на месте. Один вечно ревниво охранял то, что знал, а Тюр был открыт и всегда мог поделиться мудростью. Потому смертные и любили Тюра и приносили ему дары по всему миру. Что случилось с Тюром? Один стал считать его угрозой. Подозревал, что Тюр сошелся с великанами вместо того, чтобы помочь асам вызнать их тайны. Он и меня в этом обвинял, хотя, мне кажется, насчет Тюра он не ошибался. Тюр помогал великанам? Да. Он считал себя ответственным за те страдания, что им причинил Один. Полагаю, они скрыли свой след не без помощи Тюра. Пропавшая путевая башня. Именно. Что бы с ней ни случилось, это явно было сделано совместными усилиями Тюра и великанов. Голова, где черная руна? Не знаю, никогда так не бывал. Ты же не думал, что все так просто? Нет. Может, надеялся. Что теперь? Брат, это ловушка для ветров Хель. Но где же они сами? Ветра чего? Забыли сказать. Пока ты хворал, мы сбегали в Хельхейм за лекарством. Правда? Ужасное путешествие было. Но твой папаша научился кое-чему. Не без помощи Брока. И Брок там был? Я... Но... Потом обсудим. А эти? Мысль быстрее ветра. Решать проблемы головой, а не ногами? Вот это по мне. Все, наверное, любили, но он явно кого-то боялся.
Ну, известно кого. Одина, и не зря. Индус моей родины. У меня самого такой раньше был. Бери его, мальчик. Да, бери. Вдруг нам когда-нибудь понадобится намазать масло на хлеб. Потому что тебя никто не любит. Пошевеливайся, брат. Гостям не рады. Смотри, с каждой стороны небольшой проход, как раз для мальчика. Для отца слишком малы. Иди, не думай обо мне.
Что ты нашел? Хватит баловства. Не забывай, зачем мы здесь. Ладно. Это из страны песков, что очень далеко отсюда. Там есть боги? О, да. Там их очень-очень много. Они злые? На этот вопрос не так просто ответить. Отец!
Тебя там так задело. Это не важно. Для тебя важно. Это был необдуманный поступок. Лучше выбрось это из головы. Ого, это прямо почти извинение. Ну, наверное, тебе просто нравится бить горшки. Второе кольцо наверняка поведет себя как первое. Надо поймать ветра. Тебе не нравится быть богом, а мне может понравиться. Thank you.
Слушай, я просто хочу, чтобы ты говорил мне правду. Неважно, нравится она меня или нет. Я хочу учиться. Тебе не нравится быть богом, а мне может понравиться. Еще проходы. Понял, иду. Я боюсь смотреть. Удачи. А я-то думал, те пилы были страшными. Разве тебе не нравится все это? Быть богом, находить приключения в новых мирах? Может, мама хотела, чтобы мы немного развлеклись? Все, что мы видели и делали, может, это ее подарок?
Смотри, волки-великаны, Сколь и Хати. Точно, приносящие день и ночь. Рагнарёк начнется, когда они поймают солнце и луну. А Тюр знал о них? Возможно. Они ему нравились, растут вся стена в их изображениях. Иди отсюда! Не уйду! Как тебя вытащить? Потяни цепи на стене! Рон! Их тут три! Что мне делать? Атрей, соберись! Ты справишься! Поспеши! Я не знаю, могу ли я утонуть! Так, Хати серебряный гонится за луной, Сколь золотой гонится за солнцем. Когда они съедят солнце и луну, будет Рагнарёк. Но тут все перепутано. Ты молодец! Луна налево, солнце направо, Мидгард посередке. Но какой рычаг тянуть? Левый! Правый рычаг! Средний рычаг! Надо по порядку. Луна слева, солнце справа. Левый! Средний! Луна слева, солнце справа, Мидгард центр. Средний рычаг. Левый!
Средний! Средний! Надо по порядку. Луна слева, солнце справа. Правый! Левый! Луна слева, солнце справа. Средний рычаг!